Весенний привет из зимы. Апрельского снегопада коммунальные службы Заречного ждали и были готовы к капризам природы. Спецтехника комбината благоустройства выехала на уборку последствий непогоды рано утром 4 апреля, пока город и еще спал. Снег не удивил, то есть прогнозы мы смотрели, снег ожидался в понедельник. Мы, в принципе, были готовы, смену на этот день усилили, потому что ожидался обильный снегопад, несмотря на небольшую плюсовую температуру. Поэтому в город вывели также и первую и вторую смену. В первую смену на борьбу со снежными заносами было выведено 15 единиц техники комбината благоустройства. Специальные машины расчищали проезжие части, тротуары и остановки. Снег в апреле, конечно, добавил хлопот коммунальным службам, которые уже успели приступить к весенней уборке города. Снег в это время обычно сырой идет. Как видите, происходит налипание снега на проезжую часть, образуется снежно-ледяной накат. Для этого обрабатываем проезжую часть песко-соляной смесью. Несмотря на то, что даже выехали на прошлой неделе, убирали песок, который скопился в прилодковой части, с помощью автомобиля «Бродвей», скажем так, вручную выходили, убирали. Но, несмотря на это, все-таки пришлось в этот раз обратно посыпать песко-соляной смесью. Апрельский снег вывозить из города не планируется. Он практически сразу тает и превращается в грязную жижу, которую работники КБУ убирают с дороги. А дальше дело времени и теплой весенней погоды. Прогноз завтра плюс 4 и весна. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».